Ні, так нам Подготовки проведения Евро 2012. Году была освоена 6 миллиардов гривен. Это почти больше в прошлом 11 году. 6 миллиардов это больше почти 2,5 раза тех средств, которые были в 10-м освоены. Распределение такое из государственного бюджета. 1,3 миллиарда из местных бюджетов, 450 миллионов от инвесторов, более 4.